Всем привет, меня зовут Станислав, рад видеть вас в кожевенной мастерской Лестове Анны. Я тут приобрел новую технику и решил немножко поснимать. В этом видео я посмотрю, как работает микрофон и как работает автофокус. Я выставил по глазам и думаю, что у меня все будет хорошо. Сейчас глухая ночь. Ну, еще пока не глухая, но детеныш уже спит. Жена уже готовится ко сну. А у меня работа непочатый край. Видосик я решил запилить на скорую руку. Пишу я его Full HD. 25 кадров в секунду. И битрейт 50. 50 мегабит. Я не вижу никакого смысла писать больше. Потому что, блог для Ютуба, да, я все равно, когда конвертировать буду, то произойдет не пойми чего. Ютуб все равно на Full HD не дает больше 8. Но я хитрю, делаю апскейл до 2К и гружу его как 32. Вот, это уже лучше, картинка подспасается немножко. Потому что YouTube присваивает другой кодек. И выходит то на то. То есть, по сути, почти. Почти нормально. О чем мы сегодня таком по философству? А по философству мы вот про такие вот всякие штучки. Нет. Так не фокусироваться. Надо было точку передвинуть. Ну ладно, это мой косяк. Значит, сижу и собираю бирки. Мы ведь шьем не только какие-то эксклюзивные изделия. Также мы еще работаем с корпоративными заказчиками. Кстати, забыл сказать, что у меня стоит приоритет выдержки. Надо было и диафрагму тоже зафиксировать. Вот я отсюда вижу, что шаттер спид, полтинник, диафрагма 4,5 и ISO 640. Вот надо было вот эти настройки зафиксировать. Ну и бог с ним. Это будет еще интереснее, потому что посмотрим, как она прыгает. Вот сейчас 4,5 диафрагма. Диафрагма, короче, шевелится. Не знаю, насколько корректно, но вот и узнаем. Это тоже важно. Когда мне еще тестировать камеру, как не по ночам. Вот. Вернемся к биркам. Заказчик у нас очень интересный. Он делает всякие интересные штуки. Рекламировать я его пока не буду. Но сейчас эти нашивочки будут нашиваться на вязаные игрушки. А может, это будут даже и не игрушки. Но не столь важно. Чё я тут вообще посреди ночи контент-то решил запилить? А мне, потому что завтра надо выкладывать видос на YouTube. Как раз в кожевенную мастерскую. Заодно вы можете посмотреть, что такое шитье на машинке. Да, когда вот у вас что-то большое, какая-нибудь сумка на километр шва, то да. Конечно, да, там совсем другая история, это все выглядит иначе. Но если шьешь мелочевку, что делать-то? Вот так вот и делать. То есть, по сути, это тот же самый ручной труд. Разница лишь в том, что нитку в иголку заправляешь не ты, а челночный механизм. Мотор, который находится на педали, я внизу нажимаю на педальку, мотор шевелится. Оно ведь... такое. То есть оно вроде бы здесь надо, а вроде бы и нафиг не надо. Я первые 5 штук, наверное, шил вообще только руками. В смысле, крутил маховое колесо и все, и больше ничего не делал. А потом я что-то поднавострился. Вот так вот сделаешь 5-7 стежков. И нормально. Потом опять сделаешь там 5-7 стежков. И нормально.
Вообще, вот такие заказы, это прям вот расслабуха. Сегодня такой нервный день был. Надо было спроектировать сумку. Я нифига не сделал. У меня не получилось. Навыка не хватило. А может, желания не хватило, сам не знаю. Но результат отрицательный. Надо будет что-то подумать, как-то выправить ситуацию. Я решил, вместо того, чтобы, как поступят многие люди, пойти в кабак, я пошел на работу. Часиков до 11 я точно поработаю сегодня. А вообще, возможно, даже и до 12 задержусь. Оказывается, вот так вот разговаривать с камерой, ну, блин, прикольно. У меня не было таких видосов. Это, наверное, больше похоже на запись стрима. Я вам, друзья, вообще скажу, что в одного вот так вот работать целыми днями, ну, трэш. Говорят, вот, на заводе зло, ты дома работаешь. Ода. На заводе ты работаешь в коллективе. Хотя бы с кем-то можешь пообщаться. А тут что? Сидишь, мастерская. Вроде есть. Вроде дома, вроде все хорошо. Туалет комфортабельный. Помыться всегда можно. Приятно. Жена, дети, все рядом. Ну вот, поболтать порой просто не, ну, не с кем. Вот вроде все рядом, а поговорить не с кем. А я ведь такая болтушка. Мне же постоянно надо с кем-то чесать. И вот вы, мои дорогие подписчики, это прекрасно отдушина. Вы ведь не против, что я так с вами общаюсь, нет? Тем более, если я купил новую камеру с автофокусом. Почему бы мне на нее не писать? Я ведь на нее еще и могу этот микрофон нормально поставить. Следующее видео именно с микрофоном буду писать. Мне вот интересно, жена меня слышит наверху или нет? Дом-то двухэтажный. Я, можно сказать, в подвале сижу. Даже не знаю, на какой формат это больше походит. Наверное, это больше походит на формат моего лайв-канала. Ну, завтра надо видос. Поэтому вот видос. Такие некие размышлизмы, философия. Вот когда я только начинал шить... Вообще, давайте вот я прям вот расскажу, с чего все у меня началось. А началось у меня с обложки на паспорт. Разумеется, первое изделие мы шили все исключительно руками. Потому что машинка вещь дорогая. Шить на машинке — это определенный навык. Мало шить на машинке, надо уметь машинку настраивать. В этом-то как бы и все, и загвоздка. Если бы можно было машинку не настраивать, то да. Ну вот, у меня немецкий Адлер. Старенький, но надежный. Машинка на самом деле, ну, неприхотливая. У меня еще была новая китайская Аврора. Хорошая машинка, ничего не скажешь. Ремни шила изумительно. Но мне две машинки оказалось не надо. Тем более рукавная машина, вот такая вот, она все-таки больше подходит. На рукавной машине можно шить что-то универсальное. То есть, допустим, какую-нибудь большую выворотную дорожную сумку из мягкой кожи. Вот на прямострочке, ну, неудобно все равно. А тут ее свесил вниз и шьешь как человек. То есть на ней и те же ремни. Ну да, не шьет она у меня толстой ниткой. Опять же, насколько толстой? Нить номер 20 шьет, почему нет? Руками и сороковку, в принципе, не порвать, ну, если она синтетическая. Понятно, что ХБшка-то это все дрянь, но синтетика-то ведь мощное дело. Так что 40 или там 20, ну, и то, и другое, это все серьезно.
Это все классно. Вот после первой обложки у меня, наверное, были ремни. Я тогда учился шить седельным швом, чтобы оно нормально шило. То есть задача была просто намотать километраж. Чем больше шьешь, тем больше у тебя качается навык шитья. Но это все резонно. Все ведь как в спортзале, да? Хочешь большую банку, иди качай банку. Хочешь большие титьки, иди качай титьки. Все резонно. После первого ремня, который я шил часов 7, может больше, что-то у меня такое желание вообще шить эти ремни руками отпало. Но я еще целый год шил их руками. Да, потом, конечно, я научился шить эти ремни очень шустро. То есть я купил другой пробойник, я поменял нитки, я адаптировал ручное производство. Я начал прошивать ремень за 2 часа. Ухо. Детеныш, что ли, проснулся. В общем, начал я прошивать ремень за 2 часа. А после того, как я купил машинку, то ремни руками я больше не шил. От лукавого это все. Самое сложное для меня было научиться проектировать. Вот знаете, сколько моделей бизнесов существует на теме кожи. Блин, ну их реально много. Кто-то делает вообще чисто сувенирку. Кто-то шпарит ремни тоннами, кто-то еще чего. Но как оказаться самым гибким? Это наша радость и проклятие. Мы имеем форму ателье. То есть мы делаем штучные вещи и за это часто платимся. Так вот, чтобы эта бизнес-модель работала, надо было научиться выполнять любую прихоть заказчика. Даже не то, что прихоть заказчика, а надо было просто научиться работать. Вот прям, ну, да, вот просто научиться работать. То есть человек подходит к тебе и говорит, я хочу вот такую. Или, допустим, сделали сумку. Он говорит, а вот может такую, но вот чуть-чуть такую. Размер поменять, кармашек добавить, какую-то некую функцию. Вроде бы такие, ну, шалости все это. А с другой стороны, как без них? И у меня вот это заняло весь оставшийся период. Вот я уже 5 лет шью. И вот за 5 лет я всегда совершенствую этот навык. Я вообще считаю, что это сильная сторона нашей мастерской. Супер большими объемами производства, конечно, тут не похвастаться. Но как конструкторское бюро мы отрабатываем на 5 баллов. Да, мне хочется шить порой простенькие вещи, чтобы, ну, не заморачиваться. Все так по-простому. Жих-жих, готово. Ну, вот как вот эти вот бирки. Бирки, конечно, трэш. То есть, ну, прошивать вот это все дело, такое еще занятие. Вот брелки еще куда не шло. Но маленькие бирки, которые 3 сантиметра, блин, ну, ничего не сделаешь. Работа есть работа. Work is work. Многие вообще мечтают, в принципе, от хобби получать деньги. У меня хобби потихоньку становится блогерство и видеосъемки. Я кроме камеры купил еще 2 объектива. Вот один из них вы сейчас смотрите, это 33 мм Viltax. На кроп. Еще у меня есть макрообъектив лавового 65 мм. Офигенное стекло вообще. И вот это мое хобби. Видеография и блогерство. Ну вот мне по кайфу, честное слово. Я с молоду занимался музыкой. На гитаре играл, на барабанах подстукивал. На бас-гитаре лобал. Много всего делал.
потом у меня хобби кончилось, потому что началась взрослая жизнь. И вот сейчас вроде как жизнь поустаканилась. Хотя проектов еще, ой. Вот видите, стена кирпич. Надо ремонт делать. Много всего не доделано. Но я все сделаю. Это вопрос времени. Но кукушка-то ведь может съехать, правильно? Вот видите, уже с камерой разговариваю. На самом деле это, ну, классное дело. Я всем советую вообще начать разговаривать с камерой. Порой вот думаю, зачем люди этим занимаются, а вот за этим самым. Просто иногда надо поговорить. После того, как у меня закончатся вот эти вот бирки, я, конечно, сегодня пойду спать. И вот этот ролик такой прям, мне вообще интересно, его кто-нибудь смотреть будет или нет. Если да, то не забывайте пальцы ставить. Мне это, знаете, ну вообще вот лайк, он вроде как не продвигает в Ютубе. Лайк, он такой, дает как бы, ну, как я в одном из видосов видел, шлепок по попе. То есть, ну ты красавчик, на тебе лайкос. Вот. Поэтому вы не пренебрегайте, шлепайте меня как надо. А я продолжу шить. Мне еще немножко осталось. У меня всего-то их тут раз, два и кончились. Вот осталось 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. 10 бирок и все. Сейчас я еще для хронометража намотаю. Вообще этот, я вот думал, может стримы начать вести. Мне технически это все позволяет. То есть я могу вот сюда куда-нибудь планшет повесить, туда поставить камеру. У меня две камеры, я с двух могу стримить. У меня еще экшн-камера. Экшн-камеру я могу вообще вот сюда поставить. Прям, да, показывать какие-то крупные вещи. Я рекомендую пообщаться со мной в комментариях под этим роликом. Вот на тему стрима. У меня была тоже такая, ну, не мечта, а идея. Я хотел сделать онлайн-школу кожевенного ремесла. Причем суть этой школы была в том, чтобы она была полностью некоммерческая. То есть надо было собрать деньги для того, чтобы создать онлайн-ресурс в видеоформате, на который, когда человек попадает, мог освоить профессию. Вот такую же, то, чем занимаюсь я. Сейчас информационный век. Сейчас все платно. Никто не хочет бесплатно все это делать. А я вот хотел это сделать. Хотел сделать бесплатно для людей, но чтобы кто-то мне оплатил создание вот этого всего дела. Я пошел на краудфандинг на Planet.ru. Из этого, кстати, ничего не вышло. Я возымел большой опыт. И в итоге один фиг. Кстати, я на Planet.ru хотел пойти и насобирать денег, чтобы именно купить камеру. Вот это у меня была такая задача. Но камеру я там не купил. Денег я не собрал. Но сейчас-то я камеру купил, правильно? Сейчас-то что мне мешает? Ничего не мешает. Она вроде прям, ну, адекватно работает. Ладно, это все посмотрим. Давайте не буду я вас грузить. 20 минут. О, за глаза и за уши. Для контента супер. 15 минут плюс. Классно, YouTube понравится. В общем, не забывайте ставить палец вверх. Давайте пообщаемся, поболтаем. Это иногда полезно. Я думаю, что это полезно в большей степени, чем многие другие занятия. Просто поболтать, поговорить. До скорых встреч!